Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай. Я твоя. У нас тут небольшая перестановочка. Матрас убрали туда. Вот тут будущая девушка вот сделала вот 5 сантиметров поролона, здесь 10 и снова 5. Вот теперь мы спим на такой вот кроватке. Хотелось бы вообще вот прям вот все заделать, вот так, чтобы было супер лежанка. Короче, что-то там пытался сделать, пойти на улицу, но, блядь, настолько хуёво как-то... Вчера что-то сильно перепил. Кроме как похмелиться, больше ничего не хочется. Даже этого не хочется. И, кстати, как оно, Арсенал, да? Хуёвое пиво Арсенал. Не пейте его. Хуёвое, правда, невкусное. Не говорю, что черниговское хорошее, вкусное, но Арсенал полное говно. Прости. Не вылилось. О, когда так быстро? Заказали доставку с Лотейры. Я сейчас покушаю, мне, надеюсь, полегчает. А, бля, не. Это вы лайк, если ставите, мне легчает, я забыл. После будуна прям самое то, залетает прям. Я не знаю, что я вам вчера там напиздел по пьяни, но не принимайте близко к сердцу. Я не знаю даже, о чем я там говорю. А, что там было? Где лучшие тусовки? Где лучшие подруги? У нас в клубе. Прими, господи, как лекарство. Ну да, это вкуснее намного. Арсенал такая хуйня, пиздец просто. Моча с градусом. Да, в комментариях кто-то тоже писал, что смотрю влоги с мамой. Пожалуйста, меньше матюкайся. И бабушка мне звонила, говорила, сколько можно материться. Ну если, блядь, пиздец, то как его по-другому еще назвать? Так что, хотите смотреть, смотрите с матюками. Матюкаются все, матюки понимают тоже все, и все их знают, так что чё тут стесняться? У меня все по-настоящему, без фальша и купюр. Поэтому, если у меня тут какой-то пиздец, то я вам об этом расскажу. Закаляйте своих мам. Вот, если вы не будете им говорить, что у меня тут пиздец, допустим, то как родители узнают, что у вас что-то нехорошо? Маты же не зря придуманы. Скажешь там, мне плохо. Ну, типа, ну, плохо тебе, и что? Скажешь, мне хуёво, то понятно, что хуёво. Берёшь, льёшь себе пиво и пьёшь, потому что тебе хуёво, чтобы не было хуёво. Всё просто и понятно. Давай ложись ко мне. Яйца варятся к Пасхе. К Пасхе. К Пасхе. Сука. Хер. А? Хер. Хер один, говорит к дочнежке. Я не знаю, что хочу. Хочу капризничать. Как обычно. Сука, что такое? Яйца такие большие или что? Яйца большие или что? Мастер. Долбоёб. А, блядь. Да горячий, блядь. Сейчас будем пить капучино. Она сейчас так будет плющить из этого капучино. Блять. Эй, блять! Картошка начала слабо прорастать, даже вот эти росточки начали засыхать и отпадать. Поставил это все под обогреватель. Вот, здесь подпшикиваю. Пора уже садить картошку, а она еще не проросла у меня. Хочу посадить томат, перчик желтый и огурчики. Кстати, смотрите, какая лопатка. Трупер. Лопатка-трупер.
Я не знаю, как это делается на самом деле правильно. Я как-то сделал интуитивно это все. Посмотрим, прорастет. Посмотрим, прорастет или нет. Христос воскрес! У меня непобедимая вечеря звана. Да что ж это такое? Оно просто непобедимое. Я второе белое беру, а вот это походу сильнее. Там же куча народа, конечно, он сильнее. Они там сидят, пельмени жрут. Продукты очень быстро портятся. Мы решили все, что у нас было, нарезать и закинуть в глечики. То есть там уже есть картошка, грибы, будет еще колбаса нарезанная, сыр, курочка и что-то еще, что найдем, и это все зафигачим туда. Будет или жульен, или рагу, или что-то вперемешку. Оба. Пошла жара по трубам. $470 на $250. Вот оттуда и по кирпич, а тут где кирпич можно. Ну я реально это больше всех поливал. Решать вот с вот этим вот душем. Блять. У меня такой запал был, такой, сука, просто, блять, пердящий напалмом. Позвонили только что с, блять, интернет-провайдеры. Я узнал адрес, им все скинул, все написал. Они сказали, сейчас мы вам перезвоним за пиздящий вам такой интернет. Вы тут закачаетесь, охуеете. В итоге позвонили, сказали, что что-то проведено где-то вот в этот район, которое там почти не работает, это во-первых. И во-вторых, они собираются протягивать новое, но вообще неизвестно, когда это будет. Мы вам перезвоним, как только начнем работу. В итоге сказали, что, блядь, здесь каменный век, и все. Пиздец. Я говорю, что если мне индивидуально просто как-то протянуть вот эти все провода с того места, где все работает. Они сказали, ну, типа, мы на жаль, таким не занимаемся, короче... Культурно послала меня нахуй. Пизда. К кому обращаться? Ладно. А!
стол. Сука, накормили, блядь, обещаниями. Зай. Да. Что ты там делаешь? Ловлю интернет. Здесь три палочки ловит. В хате одна. Девочки, записываемся на маникюр. Бля. Дошли руки до душа. Давай помогу. Сука-пука. Я вообще это делаю, чтобы здесь просто был свет, попадал и все. Ничего особенного. Раз, два. Блин, а тут было бы классно, если бы тут был потолок прозрачный. Или на потолке поставить аквариум, и там будет рыба плавать. Осьминоги. Фантазер. Ты меня называла. Когда еще не переоформил хату, но уже, блядь, все поломал. Стоп, что? Я долбоёб, его ломать надо было. Это труба. Да ладно уже, ну. Так там, блядь, ничего нет. Это весь слив. Эти дырки, получается, просто уход в землю, типа, и все. Ломаем дальше. Зять, он приедет, мы как забасаем здесь душ. А мыло вы не роняйте. За дело беру, за профессионалы. Андрюша, сфоткай! Андрюша, сфоткай меня! Андрюша, сфоткай! Я твоя! Вот плиточка, вот такой слив, короче. Короче, увидите. Скоро. Бля, надо ломик купить. Блять.
С этой сливной трубы пытается кое-что вылезть. Я не знаю, сколько оно там сидело, но... Братанчик, с возвращением тебя! Давай, 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 давай! На самом деле, я здесь вообще ничего не хотел делать, просто надо было освободить товарища. Иди... Сука, что это такое, блядь, что за языки? Фу, блядь, посмотрите! Ку-ку, ёпта! Тусуйся. Отвечаю, вот сейчас каждый слизняк, который меня смотрел, тупо влепил мне пальчик вверх. Вот я просто, я вот это знаю точно. В общем, оставляю все в таком виде. Вот, у меня было 3 мешка, их наполнил вот этим вот всем, что было там. Потом куплю еще мешков и это все вынесу. Хотелось бы сделать по сторонам такой наклон вовнутрь, вот, из плиточки, чтобы был такой слив длинный. И туда все сливалось. Вот здесь будет такая ступенька, там чисто для каких-то принадлежностей. Фантазер. Ты меня называла. Вот, а еще отмерял стены сегодня. Тоже нужно кое-что закупить и кое-что сделать. С малинкой что-то дела плохи. Одна из 5 проросла из последних. Вот, а здесь тоже вот одна из 2. Из 7 кустов только 2. Братья, возвращается муж с работы, а тут будущая девушка, поварёныш мой, наготовила мне целую кастрюлю борща. Вот сюда надо смотреть. Вообще-то, я должен был зайти, а ты такая говоришь, я тут борщ сварила, а я такой, ну сама его и ешь. А я тебе шашлыком чуть не дал по голове. Не сдержался. Приятного аппетита, уж там тоже все объедаетесь. Да ну бля, ну тут воняет. Ну куда ты идешь? И главное, в телефоне сидит. Ну я тут работаю. Бросаем заявочки на рекламу. Продюсер рассматривает их. Ты... Пидорас. Блядь. Вы говорите, нельзя молоком их поить. Я сюда смотрел мультики, да и рассказывали мне, что всегда наливают молоко, и ежик приходит его пить. Ну, бля. В принципе, если брать такие выводы, то и черепашки кушают пиццу. Да я выковыриваю там остатки засохшего чего-то непонятного. А я тебе говорил, давай возьмем побольше. Побольше тазик. Ну что ж, всем здравствуйте, с вами Андрей Мартыненко. И сегодня мы пересаживаем виноград с этих бутылок в эти. Итак, что мы имеем? У нас виноград кишмыш синий ранний и виноград кеша. Они у нас немножечко выросли, и пора их пересадить. Для этого берем 2 бутылки 2-литровые из-под пива. Очень аккуратными, но уверенными движениями обрезаем бутылки именно так, как это делают в падиках. Берем 2 бутылку и тоже ее обрезаем, но не здесь, а здесь. Остатки берем, прикладываем к себе и танцуем танец сисечек. Ставим лайк и продолжаем. Берем виноград кеша, освобождаем его. Кто твой папочка? Берем сверло и делаем в дне дырочки, чтобы убегала лишняя вода. Добавляем земли. Достаем. Сажаем. Добавляем еще земли. Добавляем воды. Ну что ж, первую мы уже сделали, со второй будет проще. Выделяем ее, нажимаем Ctrl-C,
Ctrl-V и щелчок пальцами. Давайте вместе. С этим все понятно, но у нас еще есть картошка. Наша картошка отлично проросла. Теперь берем картошку и режем ее на две части. Обязательно, чтобы вот эти вот росточки были с двух сторон. Два, как раз на два рядка. Будем в рядок кидать по 11 картох. У нас будет два рядка, нам много не надо, чисто так, чтобы... Посмотрите в итоге, сколько же вырастет мешков. Или тонн, или, блядь, вообще. Ну что ж, начинаем. Раз, два. Пойдем копать картошку. Поливаем. Бачок немножко протек. Еще подумаю над тем, чтобы, возможно, понемножку брать какую-то рекламу, заламывать им дохуя большую цену, вот, потому как мне на стройку нужно будет сейчас много денег, и вы сами пишете, что Андрей, бери рекламу, тебе все равно нужны деньги сейчас на стройку, вот, поэтому я предупредил, если что. Привет! Давай, то чувство, когда будущая девушка мечтает о гироскутере. А назад можешь поехать? Ого, а развернуться? Кстати, от гироскутера остаются следы на полу, а тут наоборот. Расковырять чуть-чуть хочу, потом посмотреть, что там. Thank you.
Там сквозная дырка. Сейчас. О, блин! Ты сломал? Да. Пиздец, тут пол вообще очень плохой получается. Только вот этим намазан и все. Короче, я сломал сверло, блядь. И вот оно торчит. Жесть. Короче, в итоге ты сейчас стоишь всего лишь на вот, вот такая вот доска и вот так же глины. То есть вот так вот. Поэтому там лучше не стой. Я не знаю, как оно вообще держится. Короче, я проверил, какой здесь пол на крыше. И с ним надо точно что-то делать. Надо его будет полностью, наверное, отковыривать, снимать. Было бы четенько убрать вот это вот отсюда. Убрать доски, то есть убрать потолок. Будут только вот эти вот балки. Их нормально вычистить, очистить, покрыть какой-то хренью, чтобы они не портились. И сверху положить пол. То есть на первом этаже вот эти вот балки будут видны на потолке. Вот, их покрасить как-то красиво, это будет отличное дополнение к интерьеру. Вот, и как раз будут потолки чуть-чуть выше, где-то на... Вот. Ты меня называла фантазер. Изначально, как мы только приехали смотреть этот дом, вот, я обратил внимание на то, что вот здесь комнатка и здесь небольшая. И вот здесь стена, которая мешает тому, чтобы здесь была такая более-менее большая комната для, там, я не знаю, посиделок, тусовок и всего такого. А на чердаке можно было бы сделать спальню. Вот, я сразу спросил у хозяина, можно ли сносить эту стену. Он очень сомнительно сказал, что стену сносить можно, но я все равно почему-то ему не верю. Но я решил расковырять потолок, чтобы понять, насколько он крепкий и что там держится на этой стене. То есть она держит вообще что-то или нет. Балки идут не вот так, а вот так. То есть эта стена как бы практически ничего не держит. Но я хочу сейчас понять, стоит ли на ней точно балка или нет. Сука, блядь! До стены 45 сантиметров. Сама стена 15 сантиметров. Теперь сейчас я полезу наверх, посмотрю, сколько наверху от дырки до балки сантиметров, чтобы понять, стоит ли балка на стене. Смотрим. 45 сантиметров. Вот, на этом месте начинается стена. Вот она началась, вот она закончилась. Получается, что печка стоит на стене и находится в стене. То есть, если аккуратно убрать печь сверху, то и снизу стене нечего держать будет. Вот, и при таком раскладе можно будет убрать стену. Но сначала здесь нужно укрепить балки чем-то. И, возможно, с той стороны достроить несущую стену, если хочу сделать крышу вот со склоном в одну сторону. И чтобы она была туда длиннее, чтобы она прям попадала на этот... Чтобы она попадала прямо на вот эту вот пристроечку. То есть она будет длиннее и выше.